Любовь Филючкина на Даре Майсурадзе. Чемпионы мира среди юниоров. И бронзовые призеры чемпионата России прошлого сезона. А также победители финала Гран-при среди юниоров. Thank you.
Обидно. Любовь Илюшечкина и Надаря Майсурадзе не смогли чисто откататься в своей произвольной программе. Конечно же, пропустят вперед, как минимум, хозяев этого турнира китайцев. О призах уже задумываться не приходится. Совсем не складывался прыжок у партнерши. Прям катастрофически. Ошибались в параллельном вращении. Зато какой интересный был заход на совместное вращение. Свой. Не чей-либо еще. Выброс тоже, по-моему, с касанием руки получился. Даже не было понятно на повторе. Оригинальная поддержка. Еще выброс Ридбергер. Да нет, не коснулась на самом деле. Хотела. Это такое впечатление было, что уж ногой чиркнула. Вроде нет. Я вообще не фанат этой музыки, но она довольно-таки популярная и во всех, во многих странах узнаваемая. Наталья Павловна как будто их и успокаивает сама. Ну, а что, говорит, с помарочками, но ведь... Я еще одну перебежку. Хорошо. Скорость, она уже пошла. Скажи, что я вот ее повел. Хвалят Любу Наталья Павлова. Наталья Евгеньевна. За то, что сражалась и не сдавалась. А то, что что-то не получается, да еще и на старте сезона, это пройдет. В прошлом году на этапе Гран-при Cup of Russia они заняли 4-е место. Здесь сейчас, получив 90 баллов, они занимают 6-е место, получается, что так, да.